Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Светлана Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Историческая форма образца 1941 года и 35 единиц техники времен Великой Отечественной войны. В Самаре прошел 13-й по счету парад памяти. Яркий, интересный и стильный коллектив. Муниципальный детский музыкальный театр «Задумка» отмечает 50-летие. Под его руководством играл сводный военный оркестр, а музыка сопровождала расчеты парада 41-го года. В Самаре открыли мемориальную доску дирижеру и композитору Семену Чернецкому. В «Беге мы едины» на второй очереди Самарской набережной прошел легкоатлетический полумарафон. Более 100 расчетов приняли участие в параде памяти в этом году. 13-ю по счету патриотическую акцию посвятили героям и подвигам. Парад памяти рассказывает о событиях, которые развернулись в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. О том, как это было, расскажет Михаил Ермоленко. Ноябрьское утро 41-го было морозным и ветреным. На площади Куйбышева выстроились войска, а на трибуну поднялись первые люди страны. И сейчас мы вспомним, как это было. 82 года назад на главной площади города стояли части Красной Армии. 65-я и 239-я стрелковые дивизии, моряки краснознаменной Амурской флотилии. К авиационному показу готовились летчики. Тогда, в ноябре 1941-го, по площади маршировали и сразу уходили на фронт более 25 тысяч бойцов. И сегодня, спустя почти век, место победителей заняли их внуки и правнуки. Именно парад запасной столицы Куйбышеве был самым масштабным в стране. В нем приняли участие в общей сложности более 200 тысяч человек. Это и военнослужащие, которые прямо с площади отправлялись на фронт, и работники предприятий, которые обеспечивали победу в тылу, приближая ее к заводских станков. Парад памяти начался с исторической части. По традиции, первыми по площади в форме времен Великой Отечественной войны прошли студенты военно-учебного центра Самарского государственного технического университета. Вслед за пешим расчетом проехала восстановленная техника – мотоциклы, машины ГАЗ, бронеавтомобили и танки. Их предоставили частные коллекционеры, музеи, военно-патриотические и исторические клубы. Равнение направо! Шагом! Марш! После исторической части начали маршировать основные парадные группы. В этом году по площади строем прошли более 100 расчетов. Солдаты, сотрудники внутренних служб и кадеты, юнармейцы, члены военно-патриотических клубов. С каждым годом география участников парада расширяется. В Самару приехали представители всех регионов Приволжского федерального округа и других субъектов России, в том числе города Снежное Донецкой Народной Республики. Это один из самых молодых парадных расчетов в этом году. То, что мы помним, и то, что эта память передается молодому поколению, не просто важно, а архиважно, особенно сейчас, вот в это время. Ребята должны понимать, в какой стране они живут, какая история этой страны, и, конечно, беречь и хранить ее. Герои и подвиги. Эта тема стала центральной на параде в этом году. Однако специально созданный оргкомитет выбрал и еще одно направление патриотической акции – «Учитель на войне». Посвятили тему 2023-му – году педагога и наставника. Сотни учителей мужчин Куйбышевской области уходили на фронт добровольцами, поступками доказывая своим подопечным, что настоящий патриотизм – это не просто слова. Некоторые выпускники одного из профильного высшего учебного учреждения Куйбышева получили почетное звание Героя Советского Союза. У нас 8 героев Советского Союза. Один посмертно, это Петр Ганюшин, и 7 человек, которые прошли всю войну. Это в основном артиллеристы и летчики, которые получили звание Героя Советского Союза. Завершился парад памяти, как и в 1941 году, демонстрацией трудящихся. В колонне по площади прошли представители самых крупных промышленных предприятий Самарской области. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Помимо парада памяти, на площади Куйбышева развернули несколько патриотических площадок. Гости праздника могли посетить музейные экспозиции, поближе рассмотреть технику времен Великой Отечественной войны, а также попробовать полевую кухню. Подробности в нашем материале.
После просмотра парада памяти там же на площади Куйбышева можно было увидеть и тот самый парад 7 ноября 1941 года. Приобщиться к знаменательному событию жители и гости города могли через информационные стенды, видеохронику, оружие тех времен и предметы солдатского снаряжения. Экспозицию в шатре подготовили сотрудники военно-исторического музея ЦВО. Здесь у нас, конечно, на витринах представлены личные вещи наших земляков. Как правило, это труженики тыла, которые ковали победу в тылу, либо их личные вещи, документы, награды. В соседнем шатре свои находки показали представители поисковых отрядов. На стендах представили и трофеи с СВО, осколки вражеской техники и боеприпасов. Но основную часть заняли вещи времен Великой Отечественной. Волонтеры объединения «Алеша» при Ореховской сельской библиотеке бережно собирают и хранят бытовые предметы солдат, а также письма и форму своих односельчан, ушедших на фронт. Вся эта работа, я считаю, что она очень-очень нужна. Она очень важна. И для сегодняшних детей, и для их будущих детей. Потому что, к сожалению, у нас вот уже ни одного ветерана в двух селах уже нет в живых. Но помнить о войне люди должны, чтобы она больше не повторялась. Участники и гости парада могли попробовать кашу из настоящей полевой кухни. Повара рассказывают, что 5000 порций раздают за считанные минуты, а вот подготовка к этому занимает не один день. Они заготавливают продукты, а также берут в аренду настоящую армейскую кухню, чтобы вкус был настоящий. Наш опыт 22 года, его трудно потерять, его только можно долгими годами заработать. Технологию надо вырабатывать, то есть мы ее выработали. Ну и уже подкрепившись, можно было вблизи рассмотреть технику времен Великой Отечественной войны, которая ранее проезжала по площади. Машины медслужбы, легендарные полуторки, бронемашины – все это было представлено на площади Куйбышева. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. В рамках мероприятий, посвященных параду памяти, на здании АДО торжественно открыли мемориальную доску, посвященную военному дирижеру и композитору Семену Чернецкому. Именно он руководил сводным военным оркестром на параде 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева. Андрей Горгуленко продолжит. Одно мгновение самарцам предстает мемориальная доска, посвященная военному дирижеру Семену Александровичу Чернецкому. Для города большая честь увековечить это имя. Именно он дирижировал сводным военным оркестром, чья музыка сопровождала расчеты парада 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева. Я очень рад тому, что на самарской земле бережно хранят память о наших героях, о выдающихся патриотах нашей страны. Я благодарю всех, кто принял участие в организации этого важного святого действия, открытие мемориальной доски выдающемуся композитору Чернецкому. Семен Александрович – лауреат Сталинской премии второй степени, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он является организатором и руководителем первых советских военных оркестров, одним из основателей советского военного марша. Я хотел бы передать слова благодарности от главного военного дирижера России – генерал-майора Маякина Тимофея Константиновича и начальника Центрального военного оркестра полковника Дурыгина Сергея Юрьевича, всем тем, кто принял участие в увековечивании памяти этого великого музыканта, великого дирижера и великого человека. После открытия к новой доске цветы возложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатели губернской и городской дум и неравнодушные жители города. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Также губернатор Дмитрий Азаров вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной, депутатами местной думы и почетными гостями возложили цветы к монументу памяти парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. Это еще одна традиция, которая зародилась 13 лет назад. Напомню, что мемориал, посвященный событиям в Куйбышеве, появился в ноябре 2011 года. Тогда же в первый раз было принято решение проводить парад памяти. Возложение цветов к этому памятнику истории – неотъемлемая часть одной из главных и масштабных патриотических акций в России. А на Самарской набережной провели военно-историческую реконструкцию. В основу лег реальный эпизод времен Великой Отечественной войны. 80 лет назад советские войска отбросили немецких захватчиков от Киева и не позволили им взять город. Все подробности в нашем репортаже. С
Стрельба, взрывы и крики на русском и на немецком. На несколько часов берег Волги стал местом боевых действий. Это реконструкция боя, который случился 80 лет назад в разгар Великой Отечественной войны. В основу военно-исторической реконструкции взят реальный эпизод, который произошел 4-6 ноября в 15 километрах южнее Киева. Нашим подразделением была поставлена задача перерезать шоссейную дорогу, идущую вдоль Днепра, для того, чтобы не допустить выдвижения подкреплений немцев к Киеву. На поле воссоздали две линии обороны, которые пытаются преодолеть немецкие захватчики. Первую они преодолевают. В бой идет тяжелая техника. Это копии реальных машин, восстановленные энтузиастами. Со стороны вермахта 8 единиц техники, бронетранспортеры «Ганамак», самоходные артиллерийские орудия «Мардер», самоходная пушка. С советской стороны танк Т-70, прозванный немцами неистребимой саранчой Сталина за быстроходность и маневренность. В реконструкции задействовали более сотни человек. 50 наступают и около 70 держат оборону на двух рубежах. Сегодня наша задача не пропустить противника, рвущегося к Киеву. Наша вторая линия обороны, нас не так много. Постараться остаться живыми и не пустить противника дальше. Сзади нас госпиталь, в котором наши раненые бойцы. Постараться сохранить их жизни, может быть, ценой собственной. Задачу советские солдаты выполнили. Враг был отброшен от Киева. Самарцы наблюдали за реконструкцией на четвертой очереди набережной у Ладьи. Радость и, конечно, грусть за тех, кто погиб тогда на войне. Для молодежи это вот сквозь сердце можно пропустить. То, что было когда-то. Это очень нужное мероприятие, реконструкция того, что было. Спасибо всем, кто участвовал. Участниками военно-исторической реконструкции 80-летию освобождения Киева посвящается стали жители Самары, Тольятти, Волгограда и многих других городов страны. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. В Центральной городской библиотеке имени Крупской прошла встреча старшеклассников с сыном куйбышевского военкора Львом Финиковым. Он рассказал о работе своего отца в годы Великой Отечественной войны и о создании фотоальбома «Хроники войны и мира». Подробности у Светланы Тимофеевой. Сын куйбышевского военного фотокорреспондента Лев Фиников пришел на встречу со школьниками вместе со своей семьей. Он рассказал старшеклассникам о работе своего отца Николая Финикова в годы Великой Отечественной войны и последнем сделанном им военном снимке десантной группы, взявшей штурмом Порт-Артур. И фотография была на всю страницу этой газеты, его персональная фотография. Персональная я имею в виду как фотографа. Вот эта группа солдат уже праздновали победу над Японией. Николай Фиников до начала войны работал в газете Приволжского военного округа «Красноармеец», позже переименованный в «Боевой натиск». 24 июня 41-го вместе с коллегами из редакции он ушел на фронт. Вернулся только в 46-м. Его сын рассказал старшеклассникам о военном прошлом страны и работе над созданием альбома «Хроники войны и мира», куда вошли 250 уникальных фотоснимков. Для ребят, конечно, эта встреча очень важна, потому что они должны помнить и знать, как их прадеды, у кого-то, может быть, деды воевали на этой войне, вот, о страшной действительности нашей истории российской. То есть это нужно помнить, это нужно изучать, это нужно знать. Встреча в Центральной городской библиотеке имени Крупской прошла в преддверии парада памяти. Подобные патриотические мероприятия организуют во всех 36 библиотеках Самары. Посетить их могут все желающие, независимо от возраста. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Министром молодежной политики Самарской области стал Сергей Бурцев. Об этом сообщили в региональном правительстве. Ранее, с января 2019 года, Сергей Бурцев занимал должность заместителя министра образования и науки Самарской области, руководителя департамента по делам молодежи Министерства образования и науки региона. Напомню, постановление о создании министерства глава региона Дмитрий Азаров подписал 6 июня в ходе церемонии открытия масштабного всероссийского слета волонтеров. На постоянном контроле готовность профильных служб выполнять задачи в случае резкого изменения погодных условий. В Самаре обсудили вопросы по содержанию улично-дорожной сети и других городских территорий. В департаменте городского хозяйства и экологии состоялось совещание, на которое были приглашены представители районных администраций, подведомственных предприятий, служб благоустройства, ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих компаний. Подрядчики отчитались о количестве работников, наличии инвентаря, противогололедных смесей и снегоуборочной
снегоуборочной техники. В общей сложности в этом сезоне для уборки последствий снегопада и гололедицы запланировано использовать 733 единицы специализированной техники. Из них около половины будут сосредоточены на улично-дорожной сети. Параллельно к зиме готовят площадки для приема и временного складирования снежных масс. Также первый вице-мэр Алексей Веселов напомнил о необходимости внести до 30 ноября этого года изменения в уставы ТСЖ, ЖСК и ЖК в газифицированных многоквартирных домах, где предусматривается обязанность заключения договоров с газораспределительной организацией, к чьим сетям подключен тот или иной МКД. Аналогичные изменения управляющими компаниями должны быть внесены в действующие договоры управления. От имени жильцов договор о техобслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования может быть подписан управляющей организацией на основании протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, а договоры о техобслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, заключенные с другими компаниями, которые не осуществляют функции газораспределительной организации, прекращают свое действие. Порядок технической эксплуатации актуализируется с начала сентября этого года. Задумке 50 лет. Главный муниципальный детский театр отметил свой юбилей. По традиции, день рождения коллектива артисты провели на сцене, даря радость своим поклонникам. Концертная программа была насыщена номерами танцевальными и вокальными. Также прошла и церемония награждения выдающихся деятелей творческой сферы, кто по сей день предан задумке и посвятил свою жизнь развитию коллектива. Все детали в нашем сюжете. Настоящие артисты даже день рождения проводят на сцене. А если это именины целого творческого коллектива, то повод собраться еще более весомый. На протяжении 50 лет детский музыкальный театр «Задумка» был и остается кузницей юных талантов Самары. Здесь все и поют, и танцуют. Сегодня «Задумка» — это яркий, интересный и сильный детский театральный коллектив, активно представляющий Россию на фестивалях и конкурсах всех уровней и пополняющий копилку своих достижений. Формируют команду не только участники, но и профессиональные наставники, стоящие у истоков развития детского творчества города. Во время концерта поздравили выдающихся деятелей коллектива. Почетные грамоты и ордена вручили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. За 50-летнюю историю, ну, возможно, эти цифры уже звучали, 246 гран-при, 1400 практически там, первые премии, еще там под 800, второй, третьих. Ну, невозможно представить просто это количество. За каждый год, если разделить, десятки побед в творческих престижных конкурсах. Юбилей – это и возможность получать подарки, возможность получать слова благодарности. Конечно, мои благодарности всем участникам ансамбля, Елена Геннадьевна, вам, вашему коллективу, родителям. Спасибо вам огромное, что вы отдали своих детей. У нас есть возможность говорить о том, что «Задумка» – лучший коллектив России. В честь юбилея коллектив представил гостям с десяток своих номеров. Участники пели, танцевали и дарили зрителям радость. Но главный подарок по традиции преподнесли выпускники «Задумки». Трогательную песню ребята подарили театру, в котором воспитывались на протяжении многих лет. В первую очередь хочется пожелать сил, терпения как педагогам, так и детям. Безусловно, процветания, чтобы театр всегда был на высоте. Сейчас он только растет, расширяется, появляются новые танцы, новые костюмы, новые постановки. Очень приятно видеть, как родной театр становится лучше. Поэтому желаю вам всегда быть лучшими и первыми. На сегодняшний день в составе театра около 500 воспитанников. «Задумка» ведет активную концертную деятельность. В репертуаре коллектива многообразие концертных номеров, более 100 танцев различных направлений, 200 вокальных номеров, более 30 спектаклей и театрализованных представлений. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Православные верующие 4 ноября отметили праздник Казанской иконы Божьей Матери. В Покровском кафедральном соборе отслужили литургию. Именно казанский образ Богородицы сопровождал и поддерживал войско Минина и Пожарского, когда народное ополчение осенью 1612 года освободило Москву, которую ранее занял польский гарнизон. Через несколько лет после победы князь Пожарский инициировал строительство на Красной площади собора в честь Казанской иконы Божьей Матери. А с 2005 года в России 4 ноября отмечаются как День народного единства.
памятные даты, особенно воинские победы, они такие, как сегодня, чтимые иконы Казанской Божьей Матери, освобождение Москвы и России от польского нашествия, они являются и для нас прежде всего напоминанием о том, что мы должны побеждать свои греховные страсти. И тогда у нас будет мир и единство. В День народного единства в Самаре прошел самарский полумарафон «В беге мы едины». Этот фестиваль стал закрытием легкоатлетического сезона в городе. На старт на различные дистанции вышли более 1500 человек. Андрей Горгуленко продолжит тему. Самарский легкоатлетический фестиваль «В беге мы едины» открылся традиционным забегом на Самарскую милю – 1586 метров. И в День народного единства такой забег мог завершиться только так – совместным финишем победителей. Вместе номер 1062 и 1674 приветствуем! На старт вышли и юные бегуны. Они бежали дистанцию в 600 метров. Дальше в программе фестиваля были массовые забеги на 3, 10 километров и полумарафон. Это отличная возможность для любителей посоревноваться с профессионалами. Когда бежишь, допустим, по 4 минуты километра, говоришь, а могу ли я по 3.50 пробежать? А вот, допустим, этот спортсмен, там, кандидат, он бежит по 3.30, да? А давай-ка я за ним подержусь, понимаете? И тут все осознается в сравнении, да. Полумарафон «В беге мы едины» является завершающим в годовой серии самарских забегов и закрывает легкоатлетический сезон в регионе. Основной, конечно, старт у нас самарский марафон, но «Беги мы едины» – это такой культовый для нас старт, потому что с него началось, скажу так, беговое движение в Самарской области. Первый старт прошел в 2015 году, и всего 46 человек вышли на старт. Сейчас это более 1500 участников со 134 городов и населенных пунктов России. Каждый ставит рекорд сам для себя, и каждая главная победа, которую совершает человек, это победа над самим собой. Если он дошел до четвертого старта, если он прошел все старты, он уже победитель. Для него это уже рекорд. На финише все участники забегов получали медаль, на которой можно было сделать гравировку своего результата. Андрей Горгуленко, Петр Паламеев. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Продолжается научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев». Говорится в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Состязание проводится среди школьников и студентов от 10 до 22 лет. Цель проекта – усилить интерес молодежи и подростков к современной науке путем вовлечения в профильную игру, познакомить с профессией ученого, показать ее реальную значимость и помочь заинтересованным молодым людям раскрыть свой карьерный потенциал. Все новые участники получили возможность пройти задание этапа вне конкурса, который пройдет с 11 ноября по 10 декабря, и выиграть призы от партнеров. Подробности можно узнать на сайте герои.наука.рф. В телеграм-канале Кировского района напоминают, с 1 по 10 ноября проходит заключительный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2023». Самарскую область на федеральном уровне представляет участковый уполномоченный полиции из Кировского района города Самары старший лейтенант полиции Виталий Михайлин. Он работает на административном участке, где проживают почти 3500 человек. Веренная ему территория – это спальный район, где главное для жителей – это тишина, спокойствие, комфорт. Отдать свой голос за нашего земляка можно на сайте, указанном на экране. Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области напоминает о сроках уплаты имущественных налогов. Подробную информацию можно получить на официальном сайте ФНС России. В интернет-сервисе справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам, а также через личный кабинет налогоплательщика, либо обратиться лично в налоговую инспекцию по месту жительства. Информируют в телеграм-канале Октябрьского района. Действие социальных транспортных карт продлено до 2026 года, говорится в телеграм-канале Департамента опеки. Теперь держатели социальных карт в случае потери, порчи, изменения персональных данных или окончания срока действия смогут перевыпустить социальную карту в срок до 31 декабря 2025 года. Блокировка всех невыведенных из обращения социальных карт наступит с 1 января 2026. Карта жителя Самарской области – это многофункциональная электронная смарт-карта, объединившая в себе важные социальные и финансовые сервисы, а также возможности платежной системы МИР. Она служит аналогом полиса ОМС, открывает доступ к социальным льготам, государственным и городским сервисам, позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы.
На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. До встречи.